Мы продолжаем выпуск. 9 мая в Подмосковье пройдет акция «Бессмертный полк» в Люберцах. Построение колонны назначено на 11:30 на улице Власова. Далее шествие проследует по улице Кирова до Центрального парка, сообщает РИАМа в Люберцах, цитируя главу округа Владимира Ружицкого. Отмечу, в прошлом году в шествии поучаствовали более 450 жителей московского региона. К акции «Бессмертный полк» традиционно присоединится и городской округ Люберцы. До 4 мая во всех отделениях МФЦ жители смогут распечатать и заламинировать фотографии для участия в масштабном шествии. Для этого заявителю нужно предоставить фото в любой многофункциональный центр муниципалитета. Специалисты подготовят материал в течение 3 рабочих дней, после чего сотрудник сообщит по телефону о готовности услуги. Напомним, в 2017 году, 9 мая, несмотря на непогоду, свыше 30 тысяч жителей Люберец прошлись в колоннах «Бессмертного полка» с портретами своих родных, которые погибли, защищая родину. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.